Кофе. Да, вы на канале Кофе. И сегодня мы будем с вами играть в игру «Говорящий Том и его друзья». Вот мы получили тут эту подарку. Мы сидим. Нет. Вот, мы тут с вами будем открывать. Вот, там нужно опять моих пушистиков мыть, примыть. А наша дока поранилась, еще мы нашли, на всякий случай помыть. И он тоже заболел. Короче, все пушистики заболели, и их нужно вылечить. Польем большую водичку. Ей будет приятно. Ну вот, все, наша зайка, то есть кролик, вылечилась. Хорошо. Так, начнем. Интересно, у меня тут заноза в лапке. Ножки, ножки, ножки. Его опять полисосит. Бедный Дженджер. Теперь мы будем лечить с вами, ребят, других животных, других пушистиков. Вот. Так. Больше хочется. Скажу иголочку. Мы уже все напьем. Так, ладно, теперь уже. Где тут у нас телескоп? Так. Там тут телескоп, а теперь мы должны Джинджер хочет подобрать смузи. Я смузи говорила, а не еду покупать. Для Джинджера. Может, например, черничку или... А что из этого получится? Вкусно что-ли будет? Ну-ка, дадим Джинджеру. И ему понравилось, что даже упал. Ну, его разберите. Я была слишком вкусно. Джинджер в этот раз хочет поговорить с Томом. Поэтому, ладно, можно маленечко тут и тут, тут. И вот, они тут разговаривают и обнимаются как мило. Мне придется их шиперить. Так. Ну, Анжела еще купается. Вот, опять рад. Теперь он заболел. Тут не разобрать, что они говорят на английском, что ли? Ну ладно. Так, ну, динозавр построили. И сейчас будем играть в перепрыжки. Думаю, мы можем отправляться в путь.
все пушистые друзья отправляются поехать куда-нибудь. Например, сюда. Вау, тут есть такая фотография, где у нас все. Да, кек. Пишите в комментариях, что вам нравится сладости. Конечно, попадаются одни. Ну, то есть наклейки. Блин, ребят, было бы здорово, если бы еще продавались бы сами такие наклейки в реальности. Я думаю, эти мы потом откроем. Пока. У меня осталось пока еще 4 наклейки. Ладно, пока дальше. О, а мы тут уже открыли. Да, ну тут уже у нас попытается много звезд. Наклейки откроем Тома. Ну, если будут еще наклейки. Пока что постараюсь найти. Я думаю, что уже пора спать, Бойки. Так. Похоже, что пора спать кому-то. Ну, я думаю, они быстро будут спать.
Так, и что такое? Даже кринжа палится с ног. Ну так, вот осталось уложить их спать. Сейчас и сам же тут будет. Она же кошка тоже. Так, и нашему песику Хэнку тоже пора спать. Ну, я думаю, завтра они проснутся. Ну, а с вами была Лайкофи. Всем гудбаюшки.